Наверное, наверное. Почему я взял Пуджа? Кто мне объяснит? Скин красивый, вот и взял. Да, забайтился, забайтился, получается, да? Получается, вы считаете, что я мразь, которая байтится только на красоту? Сейчас бы в нарды с армянами бы, да. Эх, вот бы в нарды с армянами. Томатос навелитик. Круто, круто. А ты можешь, чтобы подтвердить, что это ты, ливнуть? А? Можешь, если это ты, ливнуть, чтобы подтвердить, что это ты? Нет. Значит, не ты. Ах ты байтер. Да в смысле байтер, это работа такая. Вы думаете, это легко, да? Вот вы попробуйте сами реально пойти и побайтить людей. Просто ради прикола возьми, на улицу выйди и такой, проходи мимо и такой... 500 рублей? 500 рублей? Кто-нибудь даст 500 рублей? Думаешь, это так-то просто? Конечно. Работа. Лобота. Для тех, кто ценит классику, для тех, кто ценит качество, для тех, кто любит открытый мир и его историю, предлагаю возможность бесплатно поиграть на одном из лучших СНГ-серверов легендарной MMORPG World of Warcraft Cirrus. Модифицированное дополнение Lich King, новые эксклюзивные расы, добавлены обновленные подземелья и рейды из Burning Crusade, новые появлялов, различные PvP-режимы и третья PvP-фракция Ренега, которые являются одиночками и врагами для всех. На твой выбор есть два игровых мира. Scorch X2 — мир с системой категорий. С получением каждой ты будешь открывать сюжетные подземелья и рейды для прокачки персонажа. Algalon X4 — новый мир для ценителей времен 335A. Тут ты сможешь быстро догнать бывалых игроков и побороться с ними на равных. Уже более 10 лет работы и стабильно высокого онлайна. Зови друзей с собой, и реферальная система проекта даст тебе приятные бонусы и возможность телепортироваться друг к другу. Регайся по ссылке в описании и получи 7 дней премиума и особую сумку с подарками в виде расходников и первого маунта, с которыми ты сможешь стартануть на Сирус еще быстрее. В таком случае... Как же байтят на вот эту вот штуку, а? Выглядит симпатично. Может подстримить Геншина? Я реально прям на полном серьезе думал взять подстримить Геншина. Класс! О! Говно? Ну как-то так. Не, реально. Я хоть и всю жизнь играю в шутеры, но даже для меня порой иногда Тарков это просто... смерть. То есть... Тарков гений играет. Че, уходим в волков? Кстати, ну это фигня, потому что он не бафается. Другого синообраза. Нужно, чтобы вот так вот бафалось. Да, я одну сату профукал. Наконец-то. Наконец-то. Хоть кто-то признал, что я молодой еще. Спокойной ночи, Алекс. Давай, ББ. Ой, хорошо то, что мы курицу разбили до того, как она корабля завезла. 30%. О, Чирго. Повезло. Ну все, чат. Это победная, да? Ёба-боба. Что происходит? Миллион статов. Улетает червячок. Очередняя просто. У меня есть разные фразы людей. Но я записываю. Старичок, бурундучок, огурчик, кретин, вот, кретин, классное слово, соплю, лямку завижу с ног, очередняра, пышня, шляк, гремыка, чмоня, штрих, падла, шаришь? Ну и все, завяжи лямку, ебаный в рот. Шаришь? Так, ну мы...
А что, подкрутка существует? А что, подкрутка существует? Ладно, это фигня. Только поглядите, просто сколько будет. Смотри, раз, два, три, четыре. Сынок ебаный! Плюс шесть, плюс шесть. Четыре плюс шесть. Десять плюс шесть. Шестнадцать. То есть он будет получать 32-32 за один ход? Вот. Отдай. Вау-вау. Жесть он получает. А, 14 получает. А, они друг друга не бафают, походу. Один хп. Интересно, если я поменяю обилку, мне заберут хп мои? Лобовых ключей не было. Нет, фигня. Можно вот это, наверное, заявить. Не забрали. Здорово. Как так-то? Как проигрываю-то? О, это хороший трек. Миллион-миллион. Не разбиваешь, да? Не разбиваю. Понял. Все равно проиграл. В этой жизни мне точно никто ничего не должен. Хороший трек, хороший трек, чат. Что хочется жить. Как проиграл-то? Что это за? Что это такое вообще? Кто так делает? Ау! Здоровая, блин! Чаргу? Сегодня стало плохо настолько, что хочется жить. 138. Сейчас 166. Я люблю Майнкрафт. Осуждаю. Кто ты такой? Это дает 4-4. 2-4, 6-8. Нет, 2-4, но это мало. Крутой клык. Ну вообще, да. Я не понимаю, чего ты ждал, что ты съел такой же, все нормально, все будет.
What? Красивая обилка в скине, да, спасибо. Кого? Это что за насыпка перед вылетом? Еле успел. Почему? И я еще проигрываю чат, шаришь? О, лол. А может и выиграю сейчас. Хех. Вот это повезло. А может и выиграю сейчас. Выглядит, как будто я выиграю здесь. Летальник бы его сейчас. О, я его гидру съел. Ну и все, завяжи лямку, ебаную. А можно летальник его? Ну не, не летальник. 6-6-6. 18 плюс 2. 20, бля! 11% взрывал. Кеково. Он ливнул! Червячок, куда ты ползешь, чмоня? Собачий депутат, а? Красава, спас чувака, он ХС удалил. Ну вот, смотри, я все равно проиграл здесь. Бам! Нахер! Мы его жирнича сожрали. Минус бабл. А ну-ка. Неприятно, да. Ну, он здесь выиграл. Прикинь, он сейчас меня победит. Проиграл, пок. Сейчас залеталит. Да, но мне все равно дадут первый... Мне все равно дадут. Даже если бы он меня залетал, мне бы все равно дали... Кстати, если был бы... Если Бран бы выжил, я бы проиграл. А мне все равно дали бы первое место. Хорошо, вернулся 7 как папочки.